небольшая инструкция по монтажу стеновой форточки. Подготовка идет, прикручивается шпингалет, к прогону прикручиваются петли. Вот первый этап. Выставляется, подравнивается. С одной стороны. Прикручивается с другой стороны. Ну, фоточка на месте, там еще по саморезику. Дальше стена поликарбонат выбирается под форточку. С этой стороны еще стены нету, там тоже продеваться будет. Дальше также все покрыли поликарбонатом, ленту. Профиль торцевой закрутили клопиками с термошайбами. Ну там на целом потом газлифты. Потом еще газлифты. Вот так вот она где-то будет открываться. Все. Ничего сложного, все просто.